Альда, просыпайся. Приехали. Нужна живая дочь. Ты предал меня. Командир, спала Клава, спала, выпивши. В 22:00 я снял кассу, закрыл бюро, пошел домой. Супруга и сын могут подтвердить мое алиби. Супруга не алиби. Вот я говорю, вот видите? А, да, еще сосед из пятой квартиры меня видел, он лампочку вкручивал. У кого еще есть ключи? У Акселя, у Козлова. Они иногда замещают меня за прилавком. Ну, еще у Крутецкого Станислава Юрьевича. Ну, и у Генриха Карловича Штольца. Он соучредитель. У всей банды. А вот этого я не говорил. И так понятно. Слово «банда» я не говорил. Ты дупло закрой, будешь говорить, когда я скажу. Геннадий Петрович, у нас труп. Махина. Жду. Вот, хотелось тебе бровь проколоть. Вот здесь и здесь. Наталья сопротивляется. Замечательная бровь. Зачем прокалывать? Да, интересно. Я раньше только покрышки Натальи прокалывала, когда она меня бросить хотела. Варвара Павловна, давай к себе. Я пойду, только посуду за вами помою и пойду. Я помою посуду. Ты помоешь посуду? Ты не умеешь мыть посуду. Она не умеет мыть посуду, Свенсон. После нее все тарелки жирные остаются. Отвратительное зрелище. Варь. Ладно. Чего ты сидишь? Пойдем спать, мы здесь лишние. Станет скучно, Свенсон? А скучно станет. Приходи ко мне. Ты ничего не забыла? Спокойной ночи. Ревнует. Ну, это здоровая реакция. Когда тебе венок подбросили? Сегодня. В часовне, на лесах оставили. А почему тебе? Откуда я знаю? Ну, должен знать. Какие у тебя там грехи? Тебя не могу забыть, других нет. Может, ты сам себе его подбросил? Да, не стоило мне приходить. Нет, ты подожди. У тебя какие дела со Штольцем и с его компанией? Да нет у меня никаких с ними дел, и не было. Крутецкому я помог оформить квартиру, Штольц меня порекомендовал как художник, и все. Ну вот, а говоришь, что дел никаких нет. Не складывается, Егор. Чего ж ты мне не веришь? А может, ты мне не все рассказываешь? Я получил венок.
А больше мне сказать нечего. Страшно. Страшно жить без тебя, Серебрянская. Смерть наступила примерно от 23 до полуночи. И глубокое проникновение в брюшную полость весьма острым, длинным, тонким предметом. Возможно, заточкой или здесь. Может быть, вязальной спицей. В результате мы имеем обширное внутреннее кровоизлияние. Эх, Клавдия, Клавдия. Да. Опоздала Наталья, про листовку мы знаем. Махину закололи. В подвале бюро ритуальных услуг на старом кладбище. Очень удобно. Осталось вынести и закопать. Сделаешься циником. От кого у тебя сведения? От Свенсона. Он венок получил. Как приговор исполнен? Сафронов убит. Когда? Где? Нет, Свенсон сейчас у меня. Хорошо. Сафронов мертв, у Свенсона венок, значит... Значит... Удар широким лезвием в область брюшной полости дает умеренные шансы на выживание. Кровь имеет выход. Узкий клинок таких шансов не дает, поэтому в армии узкие заменили на широкий. Дамир Эльдарович, давай по существу. По существу, извините, будет сразу после вскрытия. По существу, Петрович, это не существо, а женщина. Родить еще могла. Да. Слышь меня? Пару-тройку существ. Интересно, чукчи пляшут. Понял тебя, Алексей. Вставай, Петляков. С нами поедешь. С какого перепугу? Меня дома ждут. Вставай, подождут еще лет 8. При обыске в доме убитой шляпку цвета бордо с вуалью нашли. Думается, Махина и купила у тебя те самые 10 венков с бракованными розочками. Только ты ее тогда не признал. Да. Оно и понятно. Клавдия друг семьи. Какой тебе резон легавам помогать, а, Петляков? Да нет, начальник. Неправда твоя. Ты б тоже не узнал. Клава на зоне самодеятельности играла. Кого хочешь могла изобразить. Вон у меня фото есть. Клава в образе городничего. Сосед из пятой квартиры сказал, что не видел его вечером в подъезде. Так вот так, Петляков. Фото у тебя есть, но алиби нет, поскольку 20 тысяч сумма серьезная. Зеленых. И зарезал ты Махину сам! Ах, жадность, жадность, Петляков! Да ты не тушуйся, в тюрьме тоже люди сидят! Да не резал я никого, я палец порежу, и то в обморок падаю. Жена подтвердит. Крови я, начальник, боюсь! Тогда кто? А я откуда знаю? Колись, кого ты впустил сюда после закрытия! Лучше поздно, чем в бараке усиленного режима! Да достали вы меня! Не пускал я сюда никого. На, задерживай! Но учти, посадишь, до гроба совесть мучить будет. Ладно. Твое счастье. Нашлись бабки Махиной в сумке. Ты жадный. Зарезал бы, взял бы. Это я, Аркадий. Бежать уговорил. Думал спасти его. Получилось наоборот. Кто бы мог подумать, что его фантазия так воплотится. Как там? Если долго вглядываться в бездну, то она однажды начнет вглядываться в тебя.
Какой срок? Не больше 4 недель. Да, ну, мне надо ехать к своим пациентам. И если она выберется отсюда, я могу ее потерять и ее ребенка. Вся надежда на вас. Валдис, что бы ни случилось, я Берту никому не отдам. Берта, я друг твоего отца. Развяжите меня. Ты рожать будешь? Да. Развяжите меня. Успокоительное мы больше колоть тебе не будем. Развяжите меня! Успокойся, успокойся. Ты же не хочешь навредить малышу? Развяжите ее. Доброе утро, Люсьена Вадимовна. Вот, извините, раньше зайти не получилось. Да где же она добрая? Ну, согласен. Брякнул, не подумавши. Язык твой враг, твой Тимофеев, как мудро заметил шеф Геращенко. Вы, Тимофеев, зачем пришли? Вот и действуйте. Кабинет Ашота, следующая дверь. Договора, проекты, сметы, все там. Позвольте, я вам помогу. В виде компенсации за вторжение. Переезжать? Переезжай, Тимофеев. Алексей. Можно просто Лёша? Сюда. О завещании со Степаняном мы не думали. Угу. Не входило в наши семейные планы. Такая беда. Теперь все недвижимое имущество достанется дальним родственникам из Штатов. Да? А сами куда? В деревню к тетке, в глушь, в Саратов. Далеко. Шучу. В Комарово к родителям. Возвращение блудной дочери. Выпейте за упокой души зодчего Степаняна. Святое дело. Я хочу, чтобы вы нашли его убийцу. Найдем, Люсьена Вадимовна. Обещаю. Вот, если это поможет, Дуд и Смета Шемякина. Но карьеру ему это уже не испортит. Ашот не был преступником. Если бы он этого ничего не делал, сами знаете. Либо руки бы вывернули, либо сидел бы уже за чужие грехи. Наказывать за непослушание эти люди умеют. А за себя не боитесь? Нет, не боюсь. Для всех я просто курица, которая присосалась к Ашоту из-за квартиры. У меня дед штурманом был. Один узелок оставил наследство. Любо-дорого. Брамскотовый называется. Им баркасы швартуют. А проще можно? Можно. Шкотовый. Правда, тоже хрен распутаешь. Ну, валяйте Шкотовый. Покойный тоже имел свою долю сдутых смет. А если я вам скажу, что не знаю, поверите? Нет. Ну, а зачем спрашиваете? Нет, Люсьена Вадимовна, вы далеко не курица. Хм. И я вот что, звонить вам буду. Это еще зачем? Ну, так узнать, все ли в порядке. Вы мне тоже звоните, если что-то случится или заметите что-нибудь подозрительное. Осторожность не помешает.
Что слушаем? Ух ты, рок. Тяжелый только. Может, есть что-нибудь полегче? Когда с тобой мы встретились, черемуха цвела. Отвались. О, как грубо. Посмотрите, как у вас милый щенок, Варвара Павловна. Михаилом-то назвали в честь архангела стратегического, а? Откуда знаешь? Соседи во дворе, Варвара Павловна, лучшие информаторы. А если на помощь позову? Приду. В любую минуту. И за вас порву любого человека. Если будет нужно, на мелкие кусочки. Вообще, держитесь меня за мной, как за каменной стеной. Наталью прессовать хотите? Наталью Павловну? Да вы что? Ее на раб не возьмешь. Но защита ей сейчас нужна. Зуб даю. Нужна. Дай. Ну что, пошли? Ух ты! Ну пошли! Какой маленький. Позволите? Вдруг батарейка сядет. Ну это оставим, вдруг меня рядом не будет. Ух ты! Маячок. А сестра сказала его с собой носить. Доброе утро. Вот нам Варвара Павловна записочку оставила. Уехали с Мишей на стрелку. Совет вам да любовь. Советую любовью тише заниматься. Лишние люди тоже люди. Черт. Черт, дура, Варька. Так, ты собирайся давай, мы сейчас поедем за ней. Девочка пошла на свидание. Что за паника? Собирайся давай, мы поедем сейчас. Где Филин? Да. Постой здесь, пожалуйста. Где моя сестра? Здравствуйте, Наталья Павловна. Жива и здорова ваша сестрица, не волнуйтесь. А вот Генрих Карлович плох, очень плох. Поэтому я здесь. Желательно бы ему поквитаться с отравителем, а то, что вследствие совсем заглохло. Но на убийцу полицейских я работать не стану. Вы в своем законе, а я в своем. И звездочки на плечах у нас разной масти. Правильно. Только в гибели Киры Эдуардовны нашей вины нет. Тамбовские приехали с Бертой рассчитаться за вяленого. Антон с Кирой двоих положили, потом сами легли, так что Кира случайно под раздачу попала. Сомневаетесь? Сомневаюсь, Илья Романович, сомневаюсь. Ваше право. Да вы присаживайтесь, обтолкуем дела наши обоюдные.
Надо договариваться, Наталья Павловна. Егору вот надо в Мельберг ехать, церковь заканчивать. Свой олимпийский венок он уже получил, а кто его сбережет? А мы ему охрану поставим. Откуда они про венок знают? Я Штольцу звонил. Откуда у вас эта запись? Ну, вы меня удивляете, Наталья Павловна. Но когда это я ментам говорил, что, как и почему? Запись любительская, с колес. Криминалисты используют камеру. Вы умная девушка. Кто-то подгрузил финских любителей, те подгрузили местных риэлторов, те нашли Сафронова, чистый фарт. И еще, Наталья Павловна. Вы тут зверей нагнули, а эта публика такая, без краев. Узнаете? А, господин режиссер с тонкой нервной организацией? Пришлось мне почистить за вами. Теперь вы в долгу за безопасность вашей сестрицы. Где моя сестра? Могу лишь сказать, где ваш контракт у Крутецкого. Формально в агентстве, разницу получите наличными. Найдете инквизитора, и Генрих обеспечит вас до самой старости. Где моя сестра, Илья Романович? Ваша подпись на контракте вернет ее вам. Может, через меня выследили? Да какая теперь разница? По сути, Генрих прав. Мы теперь все в одной упряжке. Так что либо мы, либо инквизитор. Где ты пропадал, Вилли? Решил отдохнуть. Съездил к морю, ночевал в машине, чтобы свежим воздухом обдувало. Это ты кому-нибудь другому рассказывай. Где Берта, ты же знаешь. Язык покажи. Может, тебе что-то другое показать? Ты удивишься, а у меня еще функционирует. Ты лучше о душе подумай. Топтунов своих убери. Нет смысла. Я Берту под замок упрятал надежно. Она для тебя не опасна. А ты, мой друг Вилли, чего ждать от тебя? Ты контролируешь все. Почти все, кроме здоровья. Поэтому ты здесь. Жить хочешь? Хочу. И запомни, я врач. Поглянись, что с Берты волос не упадет. Ну, пока я твой. И она под замком. Да. Завтра в 7 утра сдашь анализы мочи и крови. На голодный желудок. Как скажешь. Дай Крутецкому, чтобы доктора оставили в покое. Это не контракт. Это договор о самоубийстве. Ты знаешь, что этот Штольц? А если у тебя не получится, ты не справишься.
Настань Варфоломеевский день, когда он едет сюда со своим профсоюзом. Все, успокойся, Исаак. Я знаю, кто такой Штольц. Я справлюсь, а ты заработаешь много. Да мне не надо этих денег. Уже 5 трупов, и скоро будет 6-й от инфаркта. Наташа, не лезь в это. Я тебя прошу, не лезь. Значит, выбора нет. Или ты подписываешь, или погибнут дорогие мне люди. Давай, давай, подписывай. Подписывай. Спасибо. Спасибо. Злишься? Зря. Помнишь, ты злился на меня из-за этой, ну, тощей блондинки? Она теперь вон за прилавком торгует, у нее аж третий подбородок подрастает. А потом из-за этой злился, черненькой, у которой ноги длиннее, чем твоя память. Она теперь за стакан в порту дает. Выходит, напрасно злился, потому что они уже тогда были на Б. И теперь остались. Держите. Вот так, Егор. А мы изменились, потому что все должно меняться. Печати не хватает. Печати? Какие печати, Станислав? Мы в России. У нас, если два человека между собой на словах не договорятся, бумаги можно в сортире на гвоздик вешать. Правильно, Наталья Павловна? Где сестра? Город принял. Это правильно. С тобой все в порядке? Не обижали? Перезвоню. Значит так, три условия. Детали обсудите с моим управляющим. С вами, Генрих Карлович, с вами. Вы очень тяжелая женщина, Наталья Павловна. А вы повторяетесь. Значит, мне нужна вся сумма целиком, сразу после окончания дела, наличными. Хочу, чтобы сестра была обеспечена в случае чего. Я понял. Дальше? Дальше. Круглосуточная охрана Егора Свенсона. Ну, он и так под охраной с тех пор, как венок получил. Поэтому вас и нашли без лишних проволок, Наталья Павловна. Нет, я не нуждаюсь в охране. Ты шведская спичка, Свенсон. Ты сам запалишься и Наталью Павловну через костер прыгать заставишь. Ты вообще вульгарный эгоист. Еще два проверенных бойца, которые неотлучно будут рядом с Егором. Шмель и бритва. Делайте, что хотите. К ним два калашникова, по две обоймы к каждому, бронежилеты. В студии и в часовне по камере слежения, монтаж оборудования закончить к вечеру. В часовне обратно. Егор увозит машина с тонированными стеклами. Все. Мне надо капельницу поменять. И последнее. Получите инквизитора живым или мертвым? Живым. Живому я ему голову откушу. Или мертвым. Согласен. Баста. Егор, насчет твоей выставки в Питере. Дату установите. Нравишься ты мне, Варвара Павловна. Наглая, дерзкая. Может, замуж за меня пойдешь, а? За тебя хрен. А так пойду, если отпустишь. Да не вопрос.
Без обид. Стоять. Подарок. Очень хорошая вещь. Интернет, плей. Даже фотоаппарат. Разберусь. Стоять! А ты обратно! Бродит. Будешь? Бродит, 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 бродит. Чё бродит? Каждый день там бродит. Чё он ищет там? Может, он с ума сошел? Третьего дня я положил на могилу. Золотой образок. Материнский поди. На кой черт? Пером бродяги уперли. Положи, где взял. Че? Образок. Да ладно тебе, че ты? Как там это? В поминальных молитвах. Человек вечность берет только веру и любовь, которую имел. А ты что с собой возьмешь в вечность, Козлов? Ой-ой, ой-ой, да ладно, что? Драгоценная же вещь, один черт бродяги упрут. А ты постережешь, я проверю. Родовое кольцо, мама говорила, с 18 века у Хайкининов. Кира Эдуардовна, вы выйдете за меня? Пойду заладим. Ну, я пошел. Куда? Thank you.
Что? Пролетела? Тебя коснулась, и ты прискакала. Егора своего защищать? Всегда считал, что бабами эмоции управляют, но не тобой. Ошибался. Ошибался. И я ошибалась. Ген, еще вот что. Я теперь на Штольце работаю. Хотел, чтобы ты от меня это услышал, а не от кого-нибудь другого. Я услышал. Это все? Нет, не все. Выхода у меня не было. В угол загнали. Варю взяли. Теперь все? Теперь все. Осознала на собственной шкуре, что иногда просто нет выбора? А ошибки я за свои дорого заплатил. Спасибо тебе и твоей принципиальности. А теперь ты на бандитов работаешь. Какая ирония. Иронизируй, Ген. Иронизируй. Но только ты один. Стой. Думаешь, Штольц с нами в открытую играет? Человек умирает. Не до игр ему. Хочет инквизитора поймать. Ладно. В нашей ситуации пойти на сделку со Штольцем разумно. Работай. Для группы это мое решение. Спасибо тебе, Петрович. Какие версии? Версий? Никаких. Все с нуля начинаем. Отсутствие результата тоже результат. Ты знаешь что, ты своим орлам скажи, пусть все бросают и роются в биографии каждой жертвы. Нужно понять, что их связывает. Да, Сэппи. Громче говори, ничего не слышно. Ты еще там? Пока не получится все бросить. Мотор хороший. 4 такта. Ну, япошки умеют делать. 5500 оборотов. 25 лошадок. До Питера можно врезать. А главное, по мелководью свободно чешет собака. И перегрева у них не бывает. Слушай, давай по делу. Да я и так по делу. Мотор новый. В отличнейшем состоянии. Мне на такой попахать придется. Скажи... Артельчики вы бы купили? За 15-20 тугриков, да с руками-ногами вырвали бы, еще бы стакан поднесли. До них отсюда всего лишь 1,5 мили. А владелец лодку утопил и вешками не отметил. Возможно, палач после убийства Сафронова возвращался по морю. А может, Берта вернулась? Ей тоже тугрики не нужны. И Махину, кстати, она могла завалить. Согласен. Понятно, что инквизитор Берту с камня подставлял. Винтовка и тельник у калитки Баринова, и другие векторные улики подброшены аккуратно. Думаем дальше. Хлебный фургон засветился в 2 эпизодах и везде дирижировала Махина. Возможно, была связана с инквизитором, а Камень с Бертой что-то знали об этой истории. Берта пойдет за инквизитором, и за ней потянется длинный кровавый след. Объявим в розыск. Пусть ее Штольц ищет. Как это понимать, Сапи Хайкинен? А так и понимать. Если Берта их выследит, она их выследит. Тот инквизитор с его палачом останется примерно столько же, сколько и от Киры. Мне закон не позволяет это сделать. Да и кишка у меня тонка. Но при таком раскладе я буду подавать ей патроны. Да тебя уволить, большой подарок бандитам сделать. Но с сегодняшнего дня ты в отпуске, пока не успокоишься. Нет, Тимофеев, у меня теперь работа бессрочная. Кто из нас мужчина? Ты мужчина, ты. Это страх, просто не могу с ним ничего поделать. Ты бесстрашная, да? А мне страшно. Какой позор. Не боятся только люди, лишенные воображения. За Свенсона не переживайте. Если будет нужно, мы его с собой прикроем. Принимайте работу. В часовне я был. Фрески умилительно радуют душу. Я ведь и раньше был в этой часовне. Вот стояла там статуя Мадонны, как замухрышка. А теперь сияет, как гиацинтовая. Какая? Гиацинтовая, ну, Наталья. Ну ты романтик. Так, вот камеру доверните правее немножко, ладно? Тебя зачем в часовню посылали? Проверить. Там, кроме как через железную дверь, не войти. А на камерах у входа я установил оптику ночного видения. Вдруг наш гений заработает. Диван раскладывается, санузел там. За мониторами круглосуточное наблюдение. Егор, не мешать. Пока он в часовне, вы с ним. Если что-то надо, сразу говори. Ну, мы же организованный бандит, Наталья Павловна. У нас все с собой. Нарды, пиво, водка, закусь. А за феями ночью съездит бритва. Еще разок. Юмор, шутка. Илья Романович, здрасте, Серебрянская. Насчет шмеля.
Толковый. Про бритву пока не понимаю. Крутецкому. Завтра. Сегодня другие заботы, ладно? Задачу повтори. Убивать всех, кроме вас. И тех, кто с вами. А если викарий в часовню наведается? Полицию и священников? Вы что? Ладно. Располагайтесь. О, здрасте. Здравствуйте. С возвращением, Люсьена Вадимовна. Да я и не уезжал вроде. Как так? Ашот все имущество мне отписал. Главное, молча. А узелок мой, Бромшкота, вы неужто сами развязали? Угу. Да. Ножницами, Тимофей. Ха. Ну, какой я Тимофей? Алексей. Можно просто Леша. Можно и Леша. Со временем. Да. Со временем. Со временем сложно, Люсьена Вадимовна. Вот и Геращенко мне говорит. Иди поспи, а то несколько ночей передо мной стоишь. Ну вот идите, капитан Тимофеев, и исполняйте приказ старшего по званию. Есть. Я загляну к вам, Люсьена Вадимовна. Заглядывайте. Можно, Люся. Со временем? Со временем. Есть будешь? Есть все протоколы городской комиссии. Наталья Павловна, а вас конкретно что интересует? Конкретно. Решение по Доминиканскому собору, Марина. Хорошо. Да. Хорошо, позвоню, договорились. Вот, пожалуйста. Пока. Спасибо, Марин. Хорошо, вы идите, я сам все сделаю. Хорошо. Thank you.
Подвезти? Садитесь. Комиссия в составе Крутецкий, Штольц, Фрейманис рекомендует следующую представить Фрейманис. Рекомендует следующую представителям Доминиканского ордена, настаивающим на возврате земель, сохранившимися развалинами бывшего Доминиканского собора на территории города Мельберга, отказать. Есть. Марина! Да? Сделайте мне, пожалуйста, копию вот этого протокола. Хорошо. Thank you.